на стерео, но это не важно. Все равно я звук сейчас записывать не буду, я по другой программе пишу. Так сказать, могу сказать, в игру крайне отвратительно играть. Ну и неудивительно, собственно. Это классическая игра по фильму. То есть сказать, вроде бы она качественно сделана, но при этом не доделана. Потому что их все к одному сроку, к выходу фильма, надо их выпускать как-то. И как бы выпускают, там у них нету цели, они не ставят цель сделать хорошую игру. Так. Мы загрузили, да, Continue Game. Дизайн, естественно, очень качественный, как и во всех этих художественной работе и прочие, все эти элементы, они сделаны качественно. Потому что те же люди делают, что и фильмы, и концепт-арты готовы. И практически не бывает таких случаев, когда блокбастер там 90 крутой, а игра такое говно оказывается криво нарисованной. То, что там реально делают так, чтобы она в общем, за общую стиль не выбивалась, там графон на уровне, но бывает недоделано. Вот видите, тут все тормозит. То есть поразительная ситуация с ней сложилась. Раньше вообще игры говёные делали по фильму, а сейчас делают вроде качественные, но они все равно говёные. То есть их неинтересно играть совершенно. Они делаются как раз не для критиков, а для тех, кто как бы фанатов этого фильма, кто его хочет смотреть или, блядь, или посмотрел. Потому что они никогда раньше сделали, я уже говорил об этом 100 раз, раньше делали по эпизодам фильма, там уровни были, там, то есть повторяли те же события. Сейчас так не делают, сейчас делают просто как бы альтернативная история, которая, чтобы фильм и игра дополняла друг друга. То есть ты посмотрел фильм, интересно было бы играть в игру и наоборот. Вот. Ну, графика более-менее, кстати, нормальная. Она получше, чем в Торе. Но главное, что хочу сказать, это то, что, блядь, я что-то проходил. Ой, блядь. Ой, блядь. Вот, смотрите, Quick Time крайне отвратительно сделано. Неинтересно, дебильно. Напоминает кривость такой же, как в этом Сплаттерхаусе. Ой, ну давай уже. Видите, это лазит это вообще пиздец какой-то, а? Вот. Прям блокбастер 90 какой-то, принц Персии. Ну, хорошо, что тут только одну кнопку нажимать, да? Вот это вот позитив. Так. Вот. Что хотел сказать? Про 3D сначала скажу. 3D крайне отвратительное, да? То есть совершенно отвратительно, но вообще ни тогда не похоже. То есть вроде бы оно 3D, а вроде бы и не 3D, то есть никаких элементов, чтобы на тебя лезли, нет. Такое ощущение, что фильтр врубили какой-то, чтобы псевдо 3D делал, да, а не реальное 3D, которое в 2 раза к уменьшению графики приводит обычно и производительности увеличит в 2 раза. То есть, блядь, на приставках 3D другое, чем на компе. В том смысле, что его там специально оптимизируют игру для этого. Например, тот же Crysis, он практически с той же скоростью работает в 3D, как и в 2D, что совершенно поразительно. Там они урезали некоторые эффекты и так подкорректировали чуть графику, что вроде незаметно, при этом совершенно поразительно. Да? Тут тоже как бы детализация начинает хромать, когда 3D врубаешь. Ну, блядь, ну вообще никакого эффекта 3D нету. То есть просто маркетинговый ход, типа, у нас в 3D игра. То есть это вам не, блядь, Killzone 3 там какая-нибудь, где там реально 3D. И прям на тебя все лезет. Тут не новый, как, блин, ну просто, сука. Я бы даже больше сказал, если включите, вот я сейчас включу, как при преобразовании на ТВ 2D в 3D, и то эффект будет круче. Потому что телевизор крутой, он реально преобразует, и реально становится круто там. Элементы на тебя отлетят. А тут, сука, я даже на максимум выкручивал там деление это. Глубина 3D все равно, блядь, никакого эффекта, совершенно отвратительно, только тормозов добавляет. И как можно так гадить? Да, потому что вот Деблоб, например, там реальное 3D. Крутые спецэффекты, все нахуй охуенно. А тут просто, сука, блин, объемно не выглядит. Не знаю, как так получилось. Блин. Даже в 2D играть приятнее. Телевизор за 150 тысяч, да? А, собственно, что? Это как бы типа файтинг, да? Такой в стиле God of War, но и Бэтмена, но он никого не убивает. Все как, знаете, трупы очень хорошо ложатся, у них отлетает каска, что очень приятно, и тому подобное, да? Так, use, используй, так, все, весь дизайн прям как из фильма. А, вот это крутые головоломки, очень качественно продуманы. Ну как, оригинально, да? Смотрите, прям комбинацию собираешь, и все, кодовые замки забираются, и все такая атмосфера реально там этих 40-х годов, там. Ну, опять же, все вроде качество сделано, а целиком это какое-то говно, совсем неинтересно играть. Ну, парадокс просто. Собственно, такие игры, как бы игры, оценки критиков, собственно, не влияют. Как и хардкорные игроки, эти игры все равно их не покупают. Так сказать, да. То есть, ну, они всегда себя окупают, эти игры.
из-за фильма, из-за такого, сука, поддержки, что они одновременно ходят, видите, водолазы сидят и кнопки нажимают. Прям какие-то, сука, я не знаю, Билл Гейтсы начинающие. Вообще пиздец. Вот, и можно дать в... Ой, смотри, ой, я не знал, что так можно. Я, кстати, до этого доходил. Нифига себе. Ой, блядь. А я сразу по лестнице тогда первый раз пошел, они, блядь, какие дохляки, просто пиздец, да? А сам Капитан Америка, это полнейшая, блядь, хуетень. Это, сука, это же самый старый комикс, один из самых первых марвелских или кого там. Ну, наверное, да, марвелских. То есть это пиздец, и когда вы, по-моему, сделали как раз в 40-е годы, это, собственно, и сделали, да? И тогда, сука, блядь, дебильные, сука, нихуя технологии, блядь, никто ничего не понимал. Вот они, блядь, придумали сыворотка, сука, ебаная, нахуй, в жопу себе в колонну, сука. И, блядь, сука, на стероидах начал, сука, пиздить каким-то, блядь, крышкой от унитаза, да? Вот это, блядь, тогда верх, сука, блядь, ума было, нахуй, сука, пиздец. Такая тупость, блядь, у него никакой, прикиньте, никакой суперсилы у этого мудака нет. Просто, типа, сука, блядь, нахуй, стероидами накачали его, нахуй. Ну, блядь, блядь, это такой пиздец, блядь, сука, такой абсурд, крест на череп, блядь, сука, щитом пиздить, блядь, автоматчиков, блядь, такая хуйня. Блядь, я удивлен, как они в фильме удалось это более-менее нормально сделать, чтобы это выглядело не так комично, как, блядь, сука, как и тот же Капитан Америка, который 20 лет назад. Видели, кстати, старый, посмотрите, фильм Капитан Америка, там вообще такой пиздец, какой-то, сука, байкер ездит на мотоцикле, сука, блядь, какой-то щит, нахуй, сука, из унитаза, блядь, достает, сука, эти, блядь, и, блядь, прыгает, сука, нахуй, как Брюс Ли там, сука, блядь, это, блядь, сука, блядь. Графон даже без 3D, он нормальный, в принципе, да и в 3D тем более. Но и в игру как бы, я бы даже не советовал играть, да, даже из-за 3D, потому что 3D тут очень отвратительное. Даже в Торе и то получше, да, он как бы чувствуется. Блядь, ну, я поражаюсь, как можно так все это делать, совершенно пустые, блядь, игры выпускать по этим фильмам, когда вроде все качественно сделано. А что, Абдуль, брать тебе баран? Так, игру, естественно, проходить не буду, и вообще неохота мне ее играть. Опять же, все сделано качественно, да, и даже элементы геймплея, там какие-то наведения, эти добивания сделаны, типа как там в Бэтмене продвинуто, там сделано, видите, полоса вот синяя горит, типа суперудар у него, квик-тайме, там, сука, все это, блядь, знаете, все качественно нарисовано, там пульты там с кнопками. Там щит как блестит, смотрите, еще и 3D режим есть, блядь. И, сука, история оригинальная, блядь. Так, Пеги. А в итоге говно, блядь, все равно неприятно обсудительно играть в это. Ну, просто игра недоделанная. Они все недоделанные. Только... Нужно сказать, какую игру доделывали для фильма. Чего только стоит Армен 2 этот. Это вообще пиздец лютый. Аншабдуй, братья. Аншабдуй, братья, бибаран. Аншабдуй. Ой. Так. Ой, блядь. Блядь, я что подумал-то, кстати? А как-то у меня игра запустилась в 3D режиме. Нихуя себе. То есть теоретически можно. Блядь. Короче, блядь, я сам не понимаю, как этот по HDMI 3D работает. Вроде понятно, он две картинки, да, выводит сразу. А телевизор его как бы их разбивает, то есть разрешение как бы в два раза уменьшается, то есть или хуй их разберешь там, блять, или как делать, ли он чередуется, блять, сука, как 3D Vision работает, понятно, но надо сказать, блять, сука, как-то нет, как-то, блять, он делал, нет, причем, блять, вот, нет, вот это смотрите, кстати, кардинально разный подход, когда комп подрубаешь через 3D Play телевизору, да, и там, как 3D Vision начинается тоже покадровая эта хуйня, это самое качественное, да, разрешение не теряется. А на приставках, как бы, вот дело не хуячит, два рядом это, сука, так сказать, сайт бу сайт, да, и вроде, блядь, уменьшается, как бы, от этого разрешения, да. Хуй их разберет, тогда почему на компе по-другому, блядь, пиздец какой-то, вообще нихуя не понимаю, как они это, сука, делают. Тоже это каждая, блядь. В общем, неважно, Шабдуль, братья. То есть, блядь, теоретически, нахуй, блядь, там как? Сука, блядь, им... Да хуй их разберешь-то, конечно, блядь, хуй, блядь, блядь. Это, блядь, как 8 и 16 бит, да? Сука, я до сих пор не понимаю, что это такое, сука.
Все нахуй, никто не понимал в то время, блядь, но говорили, о, 8 бит нахуй, сука, чем Sega лучше? Да это же 16 бит, а что это, блядь, сука? Никто до сих пор не понимает, нахуй. Блядь, да даже все модели качественные, дизайн персонажа, вот как трупы валяются, качественные. Смотри, у них шлем отлетает, в какой игре так еще? Круто. Они, интересно, мертвые или они дышат, как в Бэтмене? Давайте посмотрим. Да нет. Конечно, блядь, этот Капитан Америка такой ебанутый, видите, как они, сука, свастику всю, блядь, так извратить, это просто пиздец, да? Чтоб, сука, детей там не пугать, нахуй. Раньше Абдуль, братья, Биваран. Так вот, причем Xbox, он отображает 3D, вот я не знаю, как в этой игре, а в Crysis он отображает 3D, только если 1080p. А 720p почему-то нельзя. Это 1080i тоже. Это вот проблема, потому что у меня TV-тюнер так бы стоит 1080p, что-то не берет. Не знаю, что делать. То есть какой-то пиздец, да? Может, эта игра будет полететь? Я не понимаю, если они там картинка картинки идет, зачем вам 1080p, когда 720p, блядь, сука, или типа слишком заниженное разрешение будет, типа. И они решили это, блядь, отключить именно в край, блядь. То есть хуй их разберешь там? Блядь, это пиздец, конечно, а? Сука, нахуй. Блять, они шабдут, братья. Вот. То есть, ну, блядь, ну, блядь, сука, сразу, блядь, видно, что, блядь, все качественно сделал, не какой-то кривой Wolfenstein. Return to Castle. Блядь, сука, конечно, блядь, все, недоделки тут, они повсюду, конечно, сука, и баги, как он говорит, щит исчезал. Даже на первой локации тут он не исчезает. А там в самолете, когда летишь, он, бац, исчезает у него. Блядь. Ой, блядь. Ну, какая детализация-то щита? Это, наверное, блядь, а. Наверняка тоже Unreal движок используется, как всегда. Потому что это больше я не знаю, что им тут надо использовать, потому что он все три всем требования всем удовлетворяет. Блядь, а новый никто под такую игру никогда не делать не будет, движок. Шабдуть, братья. Так. Я же забыл, куда идти-то нам, а? Он шабдуть, братья. Сука, пиздец, Рахит. Он не может запрыгнуть на эту хуйню. Или может, сука, он не прыгает, блядь, сука, ну, блядь, сука, дебил, он не может вот, сука, блядь, супер, нахуй, хьюман, блядь, залезть никуда, нахуй, ну, блядь, пиздец, сука, куда вам, а, смотрите, карта есть, я не знал, что тут карта, так, если идти, локидор, так, смотрите, прямо, значит, бежим туда, ну, посмотрим, что там, а что вдруг, братья, Бибаран. Ой, сука, а, смотрите, собираем, а, там, сука, блядь, такой пиздец, там, блядь, короче, всех этих наркотой накачали, они мутировали, короче, по сюжету, сука, там, что-то он, нахуй, промежутки, то ли, блядь, между эпизодами фильма, что ли, этой хуйней занимается, либо, блядь, стулья, блядь, смотрите, смотрите, вот какая вот кривая физика, вот смотрите, блядь, ну, вся игра забакованная, о чем я говорил, ну, смотрите, пиздец просто. Вот как происходит, неохота, я говорю, игру играть, это как карточный домик, который рушится у тебя. А стул, как он в этой щепке вообще исчезает просто. Ну, пиздец просто, да? Блять. С другой стороны, вроде все есть, там уже готова эта физика, и стулья нормально. Они реагируют на все, да, даже вот видите. При этом все недоделано, нахуй, нахуй, пиздец. Шабдуль. Бей баран, братья, они Шабдуль. Так. Нет, 3D, конечно, пиздец, мне не понравилось в этой игре. Я вообще даже включил, не понял, работает она или не работает. Даже на максимум включил. И все, что на максимум извинилось, бля, у него вот этот пол, блядь, выпуклил, устал, да, вот видел, вот как бы, блядь, ну вот этот, сука, линолеум, хуй, он типа выпуклый, как будто там, сука, он набух. Пиздец, нахуй, 3D, да? Вот такой абсурд, блядь, нахуй. Видите, сука, видно, он когда стреляет, да, начинает, бац, можно щит поставить, блядь, такие дебилы. А посмотрите, как они тупо, блядь, на месте, блядь, друг друга подталкивают, сука. Тоже все недоработано. Вот, видите, ну, дерется, смотрите, классно, да? Прям как будто из фильма Motion Capture. Супер удары, все, блядь, и как он, как не в каждом файтинге, да, такое нет, чтобы реально реагирование на его удары, по разным частям тела, как он их вырубает, сука. О, блядь, а? Вот, ну, пиздец-то, а? Так, блядь, Либрари, блядь. Открываем. Аншабдуль, братья, Аншабдуль. Так, даже экран загрузки нормальный, просто скриншот с игры проработанный. Не напрягает ничего. Так, уже тут карта есть. Аншабдуль, блядь. Не в каждом такой игре есть карта. Ой, бля, Аншабдуль, братья.
Ну-ка, подкрадемся-то к нему. Тут, наверняка будут стелс-элементы, они уже есть заметно. Видите, вот уже стелс-элемент. Видите?